О том, что к концу текущего года цены на черное золото достигнут $60 за баррель, также считает и старший эксперт ООН по вопросам глобальной энергетики, председатель Бакинского фонда наследия Нобелей Тугрул Багиров. По словам аналитика, сегодня рынок нефти напрямую зависит от уровня потребления в Китае и Индии, а также возможного выхода США из Парижского соглашения. Сейчас мы можем говорить о взаимозависимости, и это хорошо. То есть тогда, когда мы зависим от потребителя, а потребитель зависит от производителя. И тогда как бы некий консенсус, некий как бы взаимопонимание. Но клуб такой должен быть создан, на мой взгляд. Почему? Потому что нам не хватает, я имею в виду нам, нефтяному сообществу, нефтегазовому сообществу, возьмем шире, не хватает вот такой перманентной высокоинтеллектуальной площадки, которая бы обсуждала вопросы не коммерческие, а общие, которые касаются всех и вся.